Привет! Я так и знал, что ты здесь будешь! Я Лара Крофт! А ну-ка, отпусти! Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, это Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, а даже восстание или восхождение расхитительницы гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово «Rise». Ну а мы сегодня с вами продолжаем, и, как говорится, по традиции пробуем как-то, знаете, так вот регламентировать, чтобы у нас было примерно, ну, знаете, есть регламент, есть и порядок. Ну, а в прошлый раз мы с вами прошли вот через эту красоту, вспомнили прекрасный фильм с Анджелиной Джоли. Ну, а теперь идем дальше. А, еще получили навык, который у нас так уже был. А, ну и, конечно же, как же здесь не сделать нам тропу? Чего нет? Так. Так, там нет ничего, куда стрелять, это мало ли. Вон там есть. Вот, вот вижу. Ага. Нет. Значит, вот здесь, да? Так, кстати. А, точно на карту. У меня привычка всегда карту открывать на М-ку. Ну, старая привычка, знаете, такая древняя, древнющая. Сейчас мы с вами идем в город, и нам придется ждать. Ой-ой-ой, чего только. Давай, примени силу! Примени силу! Сила течет во мне, я и Лара едина силой. Сила течет в Ларе, и Лара едина силой. Ну или сила течет в Ларе, и все такую силу. Так, проходим. Колокола. Старый город неподалеку. Чую. Будет сейчас арт-заставка. О! Тут еще что-то растет. Мне нравится расти. Так, стоп. Почему-то у меня запела интуиция. Она у меня, конечно, плохо всю жизнь поет, но если поет, то поет здраво. Походу, впереди что-то у нас будет ценненькое. Надо быть поаккуратнее на всякий случай. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да, они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать. Мы подождем. До связи. Во, говорю же, что-то есть, а? Во. А я говорил. Вот. Видите? Все есть. Кстати, но это, я полагаю, карта только вот к этой части. А здесь мы все с вами достали, да, вот все эти секции. Так, ну тут это совершенно другая. Там мы тоже все пособираем, не переживайте. Так, включить метку игрока. В общем, впереди будет нас очень много чего вкусненького. Хорошо, вкусненькое впереди, вкусненькое нас ждет. Вот не зря свернул. Так, этого полно. А ты что у нас? Расскажите. Я думал, что умер. Холод терзал меня. Я ослабел. Силы не вернулись ко мне даже при виде людей-пророка, разбивших лагерь на краю загадочной зеленой долины. На заплетающихся ногах, с мечом в руке, я двинулся вперед. Хотел накинуться с воинственным кличем, но тут сознание меня покинуло. И я пал на руки нечестивцев. Они знают, кто я. Они ждали посланцев Ордена. У них почти ничего нет. Но они накормили и отогрели меня. Ха. Пророк сказал, я могу уйти, когда захочу. Но они забрали мои мечи. Даже с оружием в руках.
Уж не знаю, смог бы я теперь убить этого человека. Я подвел орден. Подвел самого себя. Но я жив. Вот так и надо грамотно снимать религиозную шизу. Главное, чтобы не насаждать новую, что, по сути, сделал наш Яков. Но он хотя бы грамотно его деморализовал и снял пелену Троицы. Вот так и надо делать с всеми политически слепыми людьми, вот серьезно. Надо только вбивать в голову думай собственной головой. Тут примерно похожий вариант случился. То есть я он... думал, что умер. То есть, ой. Почему я привычка? Вот вспоминай сразу букву Б. Бэшку вспоминаю. Кстати говоря, появилась у меня одна идейка. Может быть, сработает. А? Сработало! Мне, чтобы просто не делать сочетание клавиш и не тянуться до Delete, я ее назначил на мышку. У меня все равно есть кнопка, которая мне, с одной стороны, технически не очень удобно использовать в активном бою, но, к примеру, вот так вот взял, включил, вырубил. Во! Вот, для всего найдется дело. Для всего найдется дело. Только пойдется анимация, я просто быстренько ее нажму и готово. Так, это я возьму. Ой, вот она, что мышка, животворящая золотовская дел. Ссылочка на золотос есть, что в описании. Посмотрите, но ссылка не на сам товар, а на наш обзор. Но товар будет в обзоре, если заинтересуешь. Я частный человек. Так. Что у нас здесь? Ага, ясно. Будет весело. Ну, неплохо. Знаете, это чем-то мне сейчас начинает напоминать Гималай. Кто помнит, когда мы проходили Tomb Raider Legend, там вот были похожие виды. Ну, может, это старый дух Лары Крофт, конечно, мне подсказали. Так, вниз не прыгаем ни в коем случае. Там смерть. Там смерть, смерть, смерть. Так, залезаем, Ларыч. Как они здесь забирались-то? Я, конечно, понимаю, прошли столетия, по словам я. Это Яматай. Ну, это уже с Яматая калька. Ну, серьезно. Ну, это уже с Яматая калька сделано. Это уже, ну, чистый Яматай. И не реагируй, ты не выстрелишь, не пить. И ветер... И, кстати, как они смотрят вообще? Не, да я понимаю, бессмертные вы там все наши, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, держись, держись! Лара, спокойно. Наверх. Давай, давай, давай. Ледник движется, а наша задача двигаться вперед. Давай, 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 аккуратненько. Давай, 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 есть! Жива, жива! Красота. Давай, аккуратненько. Заметили? Вовремя выключил его. Ну, это, конечно, так кусок себе вышел. Ну, ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Так. На всякий случай лучше выключу. Чую, сейчас будет еще больше веселья. Ну, говорю же, веселья много. Вот я сделаю. Una volontà alla popolare, ma di pure profitare di ali fuori.
Парни, вы что там гуляете-то? Причем, заметьте, у них столько, кстати, памятников. У них очень много памятников войны. Вы посмотрите, видите вот этого вот мужика в доспехах? Это не пророк. Они не Якову молятся. Значит, есть какой-то еще. Это забавно, Лар здесь лазает на их фоне. А им хоть бы что. Чудилы! Эй, чудилы, тут у вас как бы расхитительница гробниц. Так. О, базовый лагерь нашли. Вот реально, чудилы полнейшие. Они не видят, что рядом с ними здесь кто-то лазает. Чертог стражей. Ну, прямо милое название. Нечего скрыть сказать. Лара, серьезно, нечего тебе сказать ничего. Ладно, по боеприпасам, что у нас есть? Пистолетных пуль пока хорошо, нормально, не зацикливаемся. Патроны драконов огонь. Зажигатель патронов для дробовика. Помешало бы. Разрывные стрелы пока нормально. Делай тогда пока драконов огонь. Пусть будет запас небольшой. Большая фляга, но там нужно больше... Слушайте, я практически все вот это прокачал. Мне нужно только побольше шкуры. В принципе, можем будем потом этим всем заняться. Наверное, в следующем эпизоде так и сделаем. Открыть два дополнительных зоны хватает. А так, в принципе, неплохо. Пока движемся хорошо. Это я беру. Ой, да-да-да-да-да-да. Ой-ой-ой. Ну давайте, вылезайте уже. Лучники недоделаны. И они нас не видят. Ну серьезно, парни. Hello? О! Что? А надо вам зачем? Как их много. То есть меня больше интересует их количество, а не то, что они тащат с собою изображение. Стоп, подожди, если они с собой тащат... Знаете, они еще тащат, кстати, туда вдалеке, видите? Аккуратно. Они тащили с собою башни. Такое ощущение, будто здесь внутри идет, так сказать, какое-то внутреннее разбирательство. О, здрасте. Монголы? Я пишу эти строки тем, кто, возможно, отправится по моим следам. Мои раны серьезнее, чем я думал. Мне уже не поправиться. Сегодня я в последний раз попытаюсь сбежать из этой ледяной гробницы. Святой источник здесь, на вершине самой высокой башни. Но мне туда не добраться. Пока источник в руках у бессмертной армии пророка, их не остановить. Это призраки и демоны, которых невозможно убить. Насмешка над всеми божьими творениями. Если Троице когда-нибудь удастся вернуть источник, сможем ли мы распорядиться им лучше? Боюсь, что нет. Возможно, будет лучше, если его никто никогда не найдет. Стоп! Вернуть? То есть он был украден, получается? То есть источник был на... Яков его не нашел, он его выкрал. Получается, он принадлежал Троице.
Нет, я не спорю, конечно, троица та еще дерьмовая сектантская организация, но черт, если у них в свое время был источник, значит, получается, они уже каким-то образом могли бы завладеть миром, но они не завладели. Да, у них есть свои люди в большинстве своих организаций, но это одно дело, а другое дело буквальный контроль над всем миром. Нет, что-то не то. Плюс, судя по описанию и по поведению и по внешней подаче, я могу сказать с уверенностью, что здесь, черт возьми, пахнет яматайщиной. Скорее всего, императрица Кимика и Яков как-то связаны между собой. Почему нельзя его спросить? Знаешь ли ты такую японицкую дуру по имени Кимика? Она скажет: «А, да, знаю, она как-то заказывала у меня 30 флакончиков бессмертной водички». «А, понятно, все хорошо, спасибо, что испортил мне грёбаные каникулы в Японии». «А, да это что?» Я пишу эти строки. Извиняюсь. А, это ты писал, да? Ну, все. Нашли пропажу. Так, но здесь больше ничего нету. Самое забавное, что все, что мне нужно, оно нигде не помечается. То есть, если я где-то что-то пропущу, придется возвращаться. Оу. Вы это видите? Вот это она и есть, видимо, да? О, вас в лагерь. Тайный город. Все чего-то слышали здесь. Так, этого полно. Тут что у нас? У нас очень много всего. И очень много чего у меня не хватает в остальном плане. По экипировке. Ладно, сделаю пули. С луками, черт с ними. Взрывчатку лучше тогда приготовим. Пусть будет. Так. Ну что, давайте сфоткаемся, что ли? Где вы такую еще красоту видите? Лара, посмотри на меня. Так, да. Я все время меня тут нахожу. Причем, если слышите, здесь звуки есть, значит, что-то, ну, что-то реально здесь происходит. Так, ладно, Ларыч, погнали. Держи. Давай. Есть, держи. О-оу. Никого здесь нету, уходи. Никого здесь нету. Видишь, здесь просто рука. Никого нету. Просто лед упал. Нормальное явление. Висел он здесь 1000 лет. Ничего страшного за это время не случилось. Так. Чё сейчас будет битва? Привет! Я так и знал, что ты здесь будешь! Я Лара Крофт! А ну-ка, отпусти! Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти! Тоже мне бессмертные! А ну иди сюда! Давай! О, чёрт! Давай! Лара! Да сколько же вас здесь? О, придумал! Не уверен, что это сработает на 100%. Но надо разобраться, как мне с ними сражаться. Если я разберусь с этим, то все будет прекрасно. Где эта красотка? Ага, вижу, за мной бежит. Давай, есть. Лечимся и не калечимся. Ой-ой-ой-ой, как лечиться, я забыл.
Твоя есть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Извиняюсь, я забыл, какая кнопка у меня лечит. Сейчас быстренько глянем клавиатуру. Я реально забыл! Привязка клавиш. Спрыгнуть, взаимодействие, инстинкт, основной целиться, пистолет, лечиться, В. Все. Я же вроде нажимал. Почему не работало? Ладно. Отлично, все. Мы вернулись. О, привет! Тоже мне бессмертные. Привет. А ну, давай. О, черт, убили. Слушайте, ну они реально жесткие, конечно. Но мне нравится. Хороший парень, отличный бой сейчас будет. Извиняюсь. Слетело немножко. Да, с какой стороны полезете? Ой-ой-ой, ага, вижу. Тоже мне, конечно. Так. Вижу, давай, Лар, разгоняемся. Давай, иди сюда. Мимо. Перекаты. Давай, есть, эфка! Ну, тоже как вариант, давай, есть, уклонение. Приветствую! Ой, мимо. Греческий огонь не поможет тебе. Наверх. Ну-ка, мальчики, кто тут по моей душу? Отлично, новое очко. Давай, Ларич. Ну, парни. Так, попробуй пока использовать новый. Мимо! Кто тебя учил так стрелять греческим огнем? Вот серьезно. Мазила! Я лучше сверху по ним постреляю. Так безопаснее. О, кстати, точно. У меня же есть подствольный гранатомет. Что-то я о нем забыл. Так. Лара. Это все берем. О, сколько здесь всего-то! Ребята, это хватит на все нам. Это все. Это сокровище за сокровищем. Здесь просто ходи убивать их зомбиков ходящих. Никаких проблем нет. Вот. Дали. Так, пока дробаш. Давай-ка, Лара, сделай парочку хороших мне. Ну-ка! Вижу, уже пошли по мою душу. Горите ярким пламенем. Лара, давай, собирай здесь все. Жалко, что нет базового лагеря, я бы им воспользовался. О. Так. Отлично.
подождите. Испытание. Здесь есть испытание. А, вот так. Может, здесь есть еще что-то? На уничтожение. Давайте посмотрим. Просто мало ли, может, я что-то не увидел. Наверняка же здесь есть что-то похожее. Взял, поджег и готово. Возможно же. Вот пример. Вот, вижу. Да. Да, да, еще раз да. Я нашел испытание. Так, давайте на всякий случай так осмотримся быстренько. Может быть, что-то еще на поджог есть. Ну, там что-то, видите, засвет какой-то. Удивлюсь, если там что-то есть. Но, походу, нет. Нет, ну проверить все всегда стоит. Да там уже, глядишь, вон там, кстати, вот это стоит сюда. А, подождите, может здесь они все на просмотре есть, эти точки? Так, ладно, Ларич, давай. Хотя, конечно, каждый раз здесь все поджигают, все прибивают, конечно, забавно. Ну ладно. Ну и давайте тоже все осматривать понимательно, аккуратненько. Вот это тоже возьмем. Но, если честно говоря, здесь легче, чем в Яматае. В Яматае я сколько раз побирал, вы видели эту химику. Помирал, только в кухне стоит. А здесь такого нет. Такого не скажешь. Причем тут, смотрите, и дают очень много лечилок. Что радует, реально радует. Так. Серьезно? Парни! О, вы прям подготовили арену для меня? Ну, вперед! Кто следующий? Давайте, прыгайте, трусы несчастные! Вот так! Давай, забираем. А ну иди сюда. Вот тебе. Вот и все. О-оу. Сейчас будет здоровяк. Вот говорю вам. Вот сейчас должен быть здоровяк. Что, не будет здоровяка? Найдено особое место. Не будет здоровяка? Это серьезно. Ну вы же Яматай копировали все это время. Ребята. Да ладно. Без здоровяка? О, а я так надеялся. О, кстати. А подожди, а куда мне надо по карте? По-хорошему? Мне надо прямо. По-плохому здесь есть короткий путь, который, скорее всего, меня и вытащит сейчас туда, куда мне надо. Ага. Так, это испытание все еще. Но это испытание. Значит, испытание только в рамках этой большой зоны. Ну, точнее, относительно большой зоны. Давайте осматриваться. Вон там что-то есть. Нет, это не оно. Нет, ну проверять все надо, в конце концов. Только забавно, что она у меня внизу все это время до этого была. Ни проблем, ничего не испытывала. А теперь вот. Так, это после границы. Хм.
Ничего больше интересного здесь нету. Никакой там сосули, визули, визири, сазири. Нет, ну а мало ли. Давайте сразу же, да. Чем мелочиться? Так, здесь не зацепишься. Здесь не прицепишься. Не выстрелишь, не перегнешь, не перестрелишь, не перемнешь. Ну да, в принципе, все. Кстати, колонны из чистого золота. На кой черт верующему все из чистого золота делать? Серьезно, я как тот еще лицемер. Вот говорю, он тот еще лицемерище. Он, наверное, скорее всего, нас испытывает. Использует, извиняюсь, использует, чтобы Лара здесь все по-тихому зачистила. О, вот. Так, ладно. Так, как мне сюда попасть лучше тогда? А! Ну точно, ларчик просто открывался. Ну я говорю, это все должно здесь где-то быть. Это логично. Это все в рамках вот этой маленькой мини-локации. Здесь по-другому и не будет. И раз здесь есть вот такой подступ, а вы видите его, да? Значит, здесь тоже что-то... А, это, наверное, вот сюда имелось в виду. Не сюда надо было зайти и залезть. А можно было вот сюда вот так перепрыгнуть? Нет, я чую, где-то здесь еще что-то есть, наверное. Да и просто чую, я это тут прямо вижу. Вот сюда прямо вот возьми да залезь. Да ладно? Ты залезешь? Конечно же не залезешь. Зачем тебе? Тебе это не надо, тебе это не нужно. Это мне нужно бы все выискивать. Пока твоя ленивая задница здесь ленится что-либо искать. Нормально. Причем, кстати, вот все вот эти, в основном, бочки-то, они стоят, знаете, в таких относительно укромных местах. Реально, это относительно такие, ну, скромные места. Ничего не скажешь плохого. Чё ты решил скатываться-то? Залезь, что ли, думаешь? Все эти бочки в таких, знаете, вот укромных местах стоят. Но ты сразу их не найдешь. Возможно, еще две находятся там. Технически мы можем потом с этим с вами заняться и найти еще две. Но я думаю, что мы как бы сейчас везде все прошли, прошарим. Ну вот это еще, кстати, называется. Металл нужен. Металл нужен. Он для производства используется активно. Плюс впереди, кстати, еще нас ждут парочка документов. О. Металл. Золото. Давай. Патроны расходуются быстро. Ничего с этим не поделаем. Так, там мы прибили. Там мы прибили. Там выстрелили. Там выстрелили. Там выстрелили. Здесь закрыто, закрыто, перекрыто, закрыто, перекрыто, пересадка, перекрыто. Так, значит, здесь, в этом районе, у нас зажжено 3. Плюс попал. Есть доп. Проход наверх. Тут, здесь, 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 тут пусто. Вот это возьмем. Корзинка с лекарствами нужна. Да, я видел, что там тоже есть лекарственные корзинки. Я подумал, еще и дай мне. Давай, залезай, Лара. Может быть, вот здесь просто есть еще какие-то окна, куда я могу прицелиться. Вот, к примеру, вон та, видите? Там можно было бы это увидеть, попасть. То есть, в большинстве своем они все находятся в рамках где-то здесь. Так. Да, вроде все. Тут еще вот эти вот смеси. Ну, это греческий огонь. Это греческий огонь. Смесь серы, нефти. Вообще не повезло, знаете ли. На нефтянке живут. Реально они на нефтянке живут. Так, это проход наверх получается. Я думаю, я туда мог бы, наверное, войти, но меня, видимо, не дадут. Что ж. Ребятушки, давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим.
Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этих самых слепых идиотов, которые держат земля русская. Нет, ну серьезно! Вы бессмертные, держите гребаный Китежград. Но стоит только по вам дробануть обычным дробашом, вы разлетаетесь пух и прах. Эта армия должна была исчезнуть уже с лица земли. И Яков полный видимый идиот, раз не закупился в свое время у Советского Союза дробашами и винтовками Босинки или СВДшками. Ну серьезно, у тебя огромные богатства. Как одна гребная галера во льдах лежит. Возьми все, закрой, оттуда и готово. Ох, в общем, всем до скорой встречи, всем пока. Удачи!